от лимузина. Поздравляем! 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 Айсанек, ты где там, ой? Вера, ожидали нет, вообще такого приема? Я тоже тишина. Ну, честно, нет, я не ожидала увидеть такое количество народа. Мне просто безумно приятно, у меня куча эмоций. Спасибо всем большое, что приехали, мне очень приятно. После Олимпиады, вот мы знаем, что отдыхали вы. Расскажите, что делали после Олимпиады? Отдыхали. Остальное секрет. Скажите, пожалуйста, после такого, такой огромной нагрузки вообще, сколько нужно для того, чтобы восстановиться и как-то вновь настроиться, вернуться к тренировкам, настроиться на новые спортивные достижения? У нас осталось 10 дней отдыха, и начинаем все сначала, с нового листа. Я не верила просто, я думала, что это сон. Я просила девочек, чтобы они меня ущипнули, но они щипают, и я стою на пьедестале. Я вообще не понимала, если честно, что происходит. Но мы безумно, конечно, рады, это мечта детства. Я думаю, каждая гимнастка здесь мечтает стать олимпийской чемпионкой. На пьедестале прям щипали? Да. Вер, что было самое сложное? Все-таки как бы первое показательно было уже, второе упражнение. Я думаю, ну мне вообще не было страшно выступать, но я думаю, самое ответственное это было последнее, которое мы сделали безупречно. Что вам сказала Ирина Винер после того, как вы выступили? Вы наверняка вы общались по средствам? Да, конечно. В финалах после первого вида, когда у нас упала лента, ну, честно, я подумала, то, что все, я уже даже не хотела выходить на второй вид. Но Ринсана нас по прямому эфиру тренировала, и она сказала: девочки, соберитесь, у вас есть шанс. И мы собрались, вышли и сделали все так, как мы можем. Непонятно, кто чемпион.